Всем привет! Хотел показать вам, как я организовал процесс подкачки воздушных подушек. Вот здесь возле выхлопной трубы вывел ниппель. Вот, легко можно сюда насосом подключаться. И сразу две подушки мы накачиваем или спускаем, в зависимости от того, что нам нужно. Вот подушка. К ней идет, подключил обычный кислородный шланг на хомутике. Шланг восьмерка, на рынке продается. Здесь вот тройник, я его запаковал от грязи, здесь все на хомутиках. Вот. Вторая подушка, тоже хомутик. Всего у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 хомутиков. И где-то 2 или 3 метра, 3 метра, наверное, того шланга кислородного. Здесь я его пустил за этим, за выхлопную, и вот отсюда выходит. Удобно, раз надо, подключил насос, подкачал, надо, вот открутил, стравил. Что, надеюсь, эта информация была для вас полезной.